Сегодня в Алтайском крае стартуют юбилейные 10-е рождественские чтения. В этом году они получили название «Огромное небо» Роберта Рождественского. Организаторы фестиваля ждут не меньше 3000 гостей. Среди них российские поэты, а также дочь Роберта Ивановича. 10-е рождественские чтения посвящены году российского кино. Ведь на стихи алтайского поэта было написано множество песен для фильмов. Например, для таких известных картин, как «Карнавал», «17 мгновений весны» и «Неуловимые мстители». Торжественное открытие чтений пройдет в 15 часов в Государственном музее истории, литературы и культуры Алтая. После этого зрителей ждет творческий вечер лауреата губернатора литературной премии имени Роберта Рождественского. В этом году им стал екатеринбургский поэт и прозаик Александр Кердан. Он был выбран из 8 претендентов за свой сборник стихов «Подробности жизни». Традиционно продолжится фестиваль на родине Роберта Ивановича в селе Косиха. На Яру любви участников ждет песенные и поэтические фестивали, фестиваль национальных культур и экскурсия по музею Роберта Рождественского.